При посещении Мексики вы столкнетесь с такими розетками. К ним присоединиться нужно приобрести вот такой переходничок. С одной стороны евро, с другой стороны местный. И собрать такую конструкцию. Вот так выглядит это все. Этот переходник мы купили здесь уже в Мексике, в местном супермаркете, за 14 песо. В переводе на рубли это примерно 50 рублей. Так он нормально вставляется и заряжает телефон.